сегодня мы решили узнать, на что готовы ростовчане для того, чтобы попасть в шоу-бизнес. Готовы ли они переспать со звездой? Спросим. На все мы готовы. На все это такое. У меня такой жизненный принцип. Я все сама хочу добиться, поэтому я и так знаю, что все, что вы перечислили, 100% будет. Можно и без постели. Могут с вами спать, чтобы попасть в шоу-бизнес, правильно? Нет, тоже нет. А зачем это? Нет, я тоже нет. Ну да, в смысле? А потом снялись бы фильмы, стали знаменитые. Да. Вот просто... А есть гарантия? Да, это Ди Каприо. Ну, а если я его увижу, он мне такой, ну, в телеке он классный, а в жизни, ну, что там, да, не очень. Не очень, да. Ну, тогда в обнимку с телеком. Да, вот мне нравится секс с телеком, но... Ничего не известно. Короче, я бы не согласилась. Не согласились. Я бы никогда не поверила в это. Я знаю, как шоу-бизнес работает. Как это? Либо через постель, либо через скандалы. Всем это известно. Ну, может быть, насчет Джареда Лето я подумала бы. У нас это невозможно, нет, что. Не, ну помечтать, девушки любят мечтать. Зачем ему ростовская провинциалка? Не, я пас. За это, если не заплатят, то я готов что сказать. Вы бы не готовы были провести ночь со звездой? Я не уверена, что я бы смогла бы провести и день со звездой. Но, в общем-то, если бы у меня не было другого выбора, то тогда, пожалуй, да, ограничилась бы днем. Конечно, всю жизнь мечтаю. Да, для меня звезда София Ротару. Через постель готов ли ты? Мысли с ней? Да. Ой, вы знаете, вы меня поставили такое. Если бы надо было по природе пожертвовать, я бы, наверное, вот этого вычеркнул из жизни. Вот, потому что, ну это, понимаете, это вот как огонек, его вот лелеешь. Секс, вот в наше время, вот сейчас у любого спросите. Мне кажется, это не главное в жизни. Сейчас главное в жизни, как заработать на жизнь. Как вы думаете, Баска, он какой ориентации? А он 50 на 50. Я вам честно скажу. Он 50 на 50. Как-то я был в одном ресторане, там был, возле ресторана. Он туда с каким-то мальчиком приезжал. Да, да, с коллективом, да, там каких-то мужчин. Басков, ты шалунишка. Шалун, Басков. А развратница Алла Пугачева всем разрешила заниматься любовью. А может быть, это и правильно. Жить без любви, быть может, просто. Но как на свете без любви прожить? Повезло моему мужчине спит со звездой, но в шоу-бизнес не попадет.